Здорово, мужик, на связи Шамшурин. И мне сейчас пришла в голову такая идея рассказать тебе о том, как расставаться с девушками правильно. То есть, вот, эта тема очень актуальная, очень многие парни пишут, спрашивают на тренингах, как бы, как мне расстаться с девушкой максимально, ну скажем так, экологично, безболезненно для нее. Потому что очень частое явление, когда парни сталкиваются с тем, что вот они общаются какое-то время с девушкой, да, и понимают, что все, и они больше не могут, и, ну, они больше не хотят с ней общаться. Отношения как-то, ну, не получилось выстроить нормальные отношения. Либо бывает, что такое, как бы, ради секса вот было знакомство где-нибудь там в клубе, например, и что-то как-то закрутилось, там, второй раз секс, третий и четвертый, и девушка начинает как-то в тебя влюбляться, как-то к тебе привыкать, да и ты тоже. Но ты понимаешь, что вот, блин, не то. То есть это не та женщина, с которой ты хочешь провести всю свою жизнь. Что делать? То есть, смотрите, по сути дела, есть как бы два варианта, да. Есть вариант мягкий такой вот, но долгий, но менее болезненный, может быть. Хотя, кто знает. Есть вариант более жесткий. Давайте начнем как бы с мягкого варианта. Мягкий вариант такой вот, более экологичный, перестать вызваниваться, допустим. То есть я знаю, что есть такой прикол, что многим парням, то есть вот им бы не звонить своим девушкам, вот этим, с которыми они хотят расстаться, а эти парни вот как бы из приличия, что ли, из жалости, из чего-то такого, они все равно периодически пишут там, как дела, то есть спрашивают. Здесь надо понять, что если ты хочешь расстаться с девушкой, значит, тебе просто не надо больше этого писать, не надо больше это делать. Девушка начинает тебе звонить. Ты через раз начинаешь брать трубки, через раз начинаешь отвечать на смс. Она тебя куда-то приглашает, ты говоришь, слушай, ты знаешь, я не могу, я очень занят, у меня там дела, я не могу. Потом еще там какое-то там от с ее стороны какое-то движение. Ты тоже это игнорируешь. То есть есть такой вариант постепенно начать сливаться. Меньше времени ей уделять, там не брать трубки, не отвечать на смс-ки. Ну, не совсем, а так, через раз. И девушка, она как бы, если она адекватная, да, она начнет чувствовать то, что, ну, как бы она будет понимать, что вроде бы, блин, меня сливают. То есть, что за фигня? И по-хорошему, если человек адекватный, если у нее есть какое-то чувство собственного достоинства, чувство гордости, она просто постепенно сама перестанет вам писать, сама перестанет вам звонить. Ну, она подумает, что, блин, меня сливают, нафиг надо, я унижаться не собираюсь, там, бегать за кем-то. Это хороший способ, но есть такой момент, если у вас уже все очень сильно вот так вот завязалось, может быть, она в вас уже влюбилась. И когда девушка вас любит или хотя бы влюблена в вас, вот здесь уже косяк, то, что вот бывает сложнее. То есть, несмотря на игнор с вашей стороны, на то, что вы ее игнорируете, на то, что вы не берете трубки, там, через раз отвечаете на смс, несмотря на это, она все равно продолжает, потому что она в вас влюблена. И прикол в том, что она даже сильнее начинает в вас влюбляться, потому что ей вас начинает не хватать в ее жизни. Но пробовать надо. То есть вот такой вот мягкий способ. Через раз брать телефон, брать, отвечать на смс-ки и постепенно это все уменьшать и уменьшать. Делать это все реже и реже. И есть более такой способ, более быстрый, но, наверное, прям совсем болезненный для девушки. Это что вы просто ей прямо говорите, либо вживую, либо по телефону, либо, не знаю, такая лайт-версия, это вы пишете ей смс-ку. Ты знаешь, такая ситуация, что да, я не могу там, ну, сделать ей кучу приятных каких-то комплиментов перед тем, как вот сказать основное, сказать, что я вот не могу, ты такая классная, с тобой так офигенно, вот у тебя такие-то плюсы, но ты знаешь, я считаю, что как бы нам дальше по жизни, наверное, не по пути, вот не получится у нас с тобой общаться, извини, но, к сожалению, это так. Да, девушка, она, конечно, после этого все, вы это отправили, больше не пишите ни одной смс-ки, ни одного звонка. Все, вы исчезли из ее жизни. Навсегда исчезли из ее жизни.
несмотря на ее какие-то мольбы там вернуться, подумать, еще что-то, то есть нет, все, вы ее игнорите. Да, вам самому неприятно, но что делать? Да, девушке вообще болезненно, но поверьте, пройдет какое-то время, не знаю, там, в зависимости от ее чувств, либо быстро, либо дольше, но она от вас отвыкнет, и все будет нормально. Я, в принципе, такой способ применял когда-то. В свое время я делал, ну, и так, то есть я иногда сливал девушек вот так вот постепенно. И сейчас они счастливы с другими парнями, мы как бы с ними более-менее нормально общаемся. Я сливал девушек и вот так вот жестко и резко. Приходилось иногда делать так, ну что делать? Ну, поймите правильно, ребят, как бы вам ни было стрёмно там, вот эту всю стремоту вам навязало общество, по сути дела, что вот ты подлец, ты там поматросил и бросил и так далее. Вы поймите, что, и подумайте, и вспомните, что так же бывает и наоборот. Куча девушек бросает парней, куча. Потом они приходят ко мне и говорят: Вова, там, я чувствую себя мудаком, меня бросили, все плохо, мое сердце разбито, куча. Куча девушек крутят парнями как могут, там, пользуются ими, не знаю, рассматривают их только как источник финансового благополучия и чего-то еще, каких-то выгод. Поэтому вы поймите, что ну вот такое может случиться с каждым, и с вами тоже, вас тоже могут бросить. Меня и моих клиентов практически никто не бросает, потому что, ну, здесь уже есть такой навык, мы как бы умеем влюблять девушек, умеем вызывать эмоции, умеем привязывать их к себе. Но если ты как бы обычный парень, то да, ну могут бросить тебя, и что? Это жизнь, поэтому я считаю, лучше все-таки делать какие-то такие вот резкие шаги, предпринимать какие-то такие вот действия, принимать такие решения, чем потом мучиться долгое время всю жизнь.